Краста, вечерняя Краста, береговая улица. То есть с левой стороны у нас Даугава, река Даугава. И едем мы сегодня с Юрой в Юрмалу, именно вечером. Здесь у нас торговый центр Моллс. Пробок нет, потому что уже 7:00. Все разъехались. Приедем в Юрмалу, продолжим нашу беседу. Теперь и меня видно. И Юрия. И мы едем, продолжаем путь. Есть офисные здания. Справа будет большой-большой торговый центр Спицы. Здесь несколько зданий, большая территория. За этим автосалоном видно будет уже Спицу. Центр 18 километров, да ведь? Большущий
поселочек такой, из домиков двухэтажных. Вот она, конюшня. Вот манеж, треугольная крыша. В советское время здесь была единственная, или нет, вторая, а скоростная зеленая была трасса. 110 километров разрешалась. И на Саласпилс, да? Тоже 110 было. Сколько? На Псков. На Псков? Ну, на Сигул, то я знаю, там тоже, да. Но на Саласпилс мы же ездили. На Логры. Не было. Не было? Почему-то мне казалось, что мы катались там по такой скорости. Ну вот, ребята, впереди уже мы будем скоро приезжать в Егорново. Там будет такое ротационное кольцо. Если мы направо повернем, под мостом проедем, в Венспилс можно уехать. Направо дорога в Приедайны. Мы ездили там, где эта белая дюна была. Гуляли с вами, дорогие мои. Сейчас бесплатный въезд в Юрмалу. С 1 октября, по-моему, да? А летом с 1 мая или с 1 апреля? С 1 апреля, да. Здесь вот как раз с правой стороны все эти сооружения, где оплачиваются въезды. Можно сейчас и по интернету, по телефону оплатить. Она Юрмала. Будем проезжать через реку Лиелупе, которая течет к нам из Литвы. И вот там вот направо чуть-чуть протекает и начинается взморье, Рижское взморье. Лиелупе впадает в Рижский залив. Вот виднеется аквапарк. Здесь очень нравится. Здесь и днем хорошо,
различные аттракционы для детей, канатные дороги. Сейчас припаркуемся где-нибудь и зайдем. Почему-то у меня не отключается. Вот, ребятки, мы и приехали. Вот по этому мосту мы спускались. Приехали в Дзинтари. И справа от нас парк. Межапарк. Лесной парк. Посмотрим, какие здесь иллюминации. Это светодиодное освещение. Смотрю, арочки там есть. Вот если пройти под аркой, надо обязательно загадывать желание. И оно все непременно сбудется. Посмотрим. Раньше, до ковида, там был такой аттракцион. Не аттракцион даже, а такая композиция. Морская волна. И там даже имитация звука была. Шума морской волны. Крики чаек. Посмотрим, как тут. Кто-то фейерверки пускает. Слышны звуки. Мы сейчас пройдемся подарками. Дойдем до елочек. Дойдем до волны. Я лично загадываю желание. Вы можете тоже, ребятки, загадать вместе со мной. И мы с вами пройдемся подарками. Сколько их тут? 5 подряд. Значит, 5 желаний можно загадать. Так, загадали. Пошли. Первое желание. Второе желание. Ага, снег накатан, и скользко спускаться немножечко ниже. Вот третье желание загадано. Скамейки все заснежены. А летом здесь чудесно. Ну вот предпоследнее желание мы с вами загадали. Впереди последнее. Сосновый воздух. Чуть-чуть левее. Уже море. Класс. Все. Последнее желание. Пусть оно все сбудется. Это включилось. Я сегодня первый раз на улице пользуюсь приспособлением для Сафи. Поэтому у меня не всегда получается включить. Вот такие креслица. Можно присесть. Вот такие елочки. Впереди вот эта вышка. Не помню, сколько там, 36 метров или... Забыла 2 года назад. Вышка смотровая. На нее можно подниматься. Здесь площадка расчищена. Волейбольные сетки, баскетбольные сетки. Парк большой, конечно. Можно гулять по всем тропинкам. Тропинки вычищены. Кресла все заснеженные. И вот со стороны так это смотрится. Да, на вышку подняться, конечно. Мне-то точно слабо. Может, там лифт есть, как в этой? Нет? Нет. Ну, сейчас поздно. Че ты? Кто нет, полезет? Вообще летом-то я имела в виду, мы же и летом тоже сюда приезжали. Вот так вот елочки здесь золотистым светом светятся. И впереди, видите, голубое? Это и есть вот то волна морская. Посмотрим сейчас. А дышится здесь, конечно, ветра нет сильного, потому что сосны кругом. И от моря дюны защищают. Так что, но настроение веселое, конечно, глядя на все это великолепие. Ах,
Да. Ну, для детей уже поздновато, наверное, конечно. Хотя катаются. Да. Кстати, я еще с прошлого раза помню. Смотри, тут даже разноцветные огоньки на этой вышке. И вот почти на каждом этаже есть смотровая такая, балкончик, смотровая площадочка. Можно кто-то выше поднимется, кто-то ниже. Но на каждом этаже есть вот такие выступы. Да, это время уже не для детей, а для молодежи. Ну и детки гуляют тоже. Нам бы дойти до этой волны, подняться на нее, показать вам. Вот такая ступеньки, лестница сюда. Ну, сейчас, конечно же, закрыто. Так, Юра, а как нам ближе подойти к волне? Вокруг? Ну, хорошо тогда. Пойдем. Сейчас я выключу. Вот отсюда. Здесь вот, можно попить кофе. Автомат стоит. Вот вышка. Хорошо, я сейчас еще раз поднимусь. Вот так вот. Высокая. И каждый этаж обозначен зелененькими лампочками. Вот. Мы подходим. Да, эти еще не снимала. Все переходы для деточек. Ну, взрослые, может, тоже ребята ходят? Я не знаю. Это надо обладать таким мужеством. Только дети могут смело ходить по этим дорожкам. Да. У меня вестибулярка не такая хорошая, чтобы я еще ходила. Вниз посмотрю, мне плохо станет. Идем дальше. Ну вот, по этой аллее мы сейчас налево повернем и подойдем к волне. Не знаю, может, уже имитацию звука отключили. Посмотрим, здесь парковочка есть, это с этой стороны, если заезжать. А мы со стороны железной дороги заезжали, поэтому с левой стороны. Да, кофейных аппаратов кругом много, и кругом ловаться. Итальянский кофе, отличный кофе. Так, идем дальше. Вроде бы здесь уже отключили звуки. А вообще по выходным дням здесь ярмарки, какие-то творческие мастерские. Ну, это с 3 до 6, по-моему. Вход в этот парк бесплатный для всех. В любое время можно зайти. Мы поднимаемся на волну. На морскую волну. Пройдемся под волной. Под гребнем волны. Слышны крики чаек. Слышен шум прибоя. Так. Красиво. Крик чаек. Волна над нами. Красиво. И вот с высоты так можно осмотреть парк. Чаечки кричат. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Здорово.
Класс. Ну, а здесь можно будет уже спуститься. Вот так шумит море. Прибой. Кричает вдали. Ой, я радуюсь, как ребенок. Мне так хорошо здесь. Класс. Птички поют. Это мы только с этой стороны прогулялись. А все еще инсталляции вот с той стороны. Вот туда, если в ту сторону идти, то как раз выйдем к храму Казанской Божьей Матери, в котором мы были с вами. Нет, где-то все-таки хватает. Но днем здесь их много. Вот мы с волны спустились. Ну что, пойдем туда? Хорошо? Да. Юра предупреждает, что здесь надо спрыгивать чуть-чуть. Аккуратненько, вот так вот. Да, но с этим мне удобнее, с держателем для селфи. Потому что я по старой Риге гуляла, у меня снег не чищенный на тротуарах. Нет? Снимает, да. Ага, ладно. Секундочки бегут. Хорошо. Вот, но у меня немножко... Зато я в перчатке могу уже, у меня рука в перчатке, да. Что меня не морозит, конечно. Ага, так вот я в старой Риге снимала, и у меня все эти мои движения, покачивание на снегу, на неровном, все это отобразилось на кадре. А с этим у меня получается немножко плавнее. Вот всякие клоуны, кто там на качелях катаются. Да, световые инсталляции. Кстати, вот когда я читала 2 года назад насчет этой волны, то 3,5 километра светодиодных гирлянд пошло на это изобретение, на эту радость, морскую волну. Так, не всего 3,5 километра, но, по-моему, только на волну. Да, сейчас я еще поближе их сниму. В красных башмачках, в красной шапочке. Вот они какие, фигурки. Да. Аппаратов много. Везде стоят кофейные аппараты. Детям забава. А вот там дальше, если пройти, то там фигуры животных будут. Вот такие акробаты-клоуны. И здесь вот можно тоже ребятам по веревочным этим лазать. Такой вот аттракцион. Качели есть. Но мы в ту сторону уже, наверное, не пойдем. В принципе, достаточно. Я хотела, в общем-то, единственное, на волну смотреть, как она нынче. В прошлом году не было, по-моему, ничего такого здесь. Может, и было, но мы с Юрой сюда не приезжали. Здесь тоже вот все для детей. Качели различные. Аттракционы такие, где можно попрыгать, побегать, на колесе покататься.
Так. Мы, наверное, сейчас пойдем к выходу. А вас, дорогие мои, я всех благодарю, что вы с нами сегодня. Вот там выход как раз на ту сторону, на Турайдес улицу, где церковь, где храм. А если прямо идти, там выходов много со всех сторон с этого парка. Спасибо вам всем за прогулку, за совместно проведенное время. Хорошего вам вечера, отличного настроения, душевного, приятного, предновогоднего, предпраздничного настроения. Будьте здоровы все. Сейчас это самое главное. А я вас всех обожаю. Кто не знаком с нами, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду всем вам рада. Я вас всех обожаю. До свидания.